Бывший полицейский, в машине которого сгорела девушка, предстал перед судом. Страшное ДТП произошло в апреле. Тогда, полагает следствие, пьяный Шемякин не справился с управлением и врезался в «Мерседес». Он не удержал управление автомобиля, будучи в пьяном состоянии, и все его вынесло на меня. Я уже ничего не смог сделать, то есть это было в миллисекунду на все. Его укрыли там представители полиции, чтобы просто, ну, представляете, какой бунт был среди жителей. То есть никто ничего не мог сделать, это был хаос. Вот, поэтому, то есть его укрыли. У него была истерика потом, это я помню точно. Ну, все, больше-то ничего не могу сказать. Александра Сычугова в салоне сгоревшей машины оказалась случайно. Выходя из ресторана, студентка перепутала автомобиль полицейского с такси. Когда Александра села в машину, водитель заблокировал двери и несколько часов до самой аварии катал ее по городу. Сейчас бывший полицейский вину свою признал, его дело рассматривают в особом порядке. Алексею Шемякину грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, пассажирка «Мерседеса» требует 500 тысяч рублей за моральный вред. За полгода девушка не смогла полностью восстановиться. Сейчас я уже хожу, пока с палочкой, потому что мне вытащили один болтик на той неделе. Поэтому я пока просто поддерживаюсь, там по ступенькам в горку я хожу с палочкой. А так, в принципе, я уже через месяц буду ходить полностью. То есть нормально.